Всех приветствовать. Продолжаем проходить. Колин Макрей 2005. Вторая часть чемпионата на Рено Клио 6. Жди. Этап 1, этап 2. Дождь. Так, это мокрый гравий. По-моему, да, этап Греция. Мокрый гравий. Погнали. 5, 4, 3. Прошлая серия у меня вышла примерно минуты 32-33. Как раз идеально вот для этой игры. Даже, наверное, 30-40 минут. Вот это вот прям ее время. И правый 2, длинный левый закрытый, 2 к 5 через трамплин. И правый 2, длинный правый закрытый, 5 к 6. Есть игры, которые, которых ты тупо за полчаса ничего не сделаешь. Не успеешь, и поэтому для них длину серии надо увеличивать непосредственно. А есть игры, которые за полчаса, за 30-40 минут можно там, например, кучу гонок пройти. Вот. И поэтому почему нет? Да. Прыжок и прыжок влево 4. 30 на контроль, длинный левый 3. Фрилендер для меня машина и во всех отношениях является идеальной. Длинный левый 2 и внимание. Это идеальный внедорожник. 30, прыжок, 30, длинный правый 4. Красота. Чуть-чуть, я думаю, что... Левый 2, радиатор левый, длинный, левый 5. Хлопнуло. Ну, хуйня. Едем. Длинный правый 4. Подмотало немного, мне кажется, охлаждение, но хуйня. Левый 3 и правый 2. Опять-таки, едем. На трамплин и левый 2. И правый 3 через трамплин. Левый и длинный правый 4. Не вижу, вижу. На контроль левый 2. Поворот на левый 2 с прыжком и правый 2. С прыжком и правый 2. Через трамплин. Левый 3 через трамплин. И правый 3. Сужение. И левый 6. Левый 2 и правый 2. Так, правый как 2, раз я думаю, что у меня параллельно я прохожу. В честь годовщины. Сейчас ноябрь идет. В честь годовщины Need for Speed Underground часть 1. Мне он очень нравится, несмотря на его один самый жирный косяк. Все равно я его люблю. Вот, и его допройду, и как раз к этому моменту я, наверное, уже закончу. И ралли проходить, я думаю. И возьмемся за Need for Speed Underground 2. Она довольно-таки длинная, если охватывать все гонки, всякие там журналы открывать, ну и все такое. Она намного обширнее первой части Андера. Ну вот, и как раз. Ралли закончим, наверное, к этому времени. 30, правый 4 и левый 5. И левый 2. И правый 2. 50 на финиш, правый 3 до остановки. На финиш, 3 минуты. Неплохо. Второй этап. Тоже дождливенький у нас. Потом техобслуживание. Ну тут прям вообще пиздец, дождь разыгрался. У чуваков уже появились столы с зонтами от дождя. Чуваки вон слева стоят все с зонтиками. Пришли ралли посмотреть. Все продумано. Я не устаю говорить, что раньше делали игры намного лучше. Все продумывалось. Уделение... Внимание левый большое 50, мелочам. Левый 2 и внимание, левый 5 открытый. Из-за 50, вот этих мелочей закрытый, выстраивается потом единая целая игра. Непревзойденная. Так, ага. 2, прямо 70.
Что-то я наехал, какой-то камень там еще. Внимание, правый 5, не срезать, не длинный правый 5. И левый 3 через трамплин закрытый, прямо 50. Поворот на правый 3, левый 2. Левый 3, правый 2, блядь. Выжил. Правый 2 и левый открытый длинный 3. И держись слева через трамплин и правый открытый 4 клёв. Протянул. И внимание, левый 2 через трамплин закрытый к 4, сужение на контроль и правый 5. И левый 2 через трамплин, поворот на правый 6 через 8. Левый 5. 30, длинный левый 2, через трамплин 30. Угу. Ну что-то мне кажется, тут колесики с подвесочкой поеблись, смотрится. Такое вот 4. У меня ощущение. И мосты тоже. Правый 3 через трамплин. Плюс было столкновение. 30, поворот на правый 6 после знака. И длинный левый 2 закрытый, и правый 5 через трамплин. Думаю, не что немножечко мы... Машинка подрочилась. 30, трамплин и левый 5. Левый 4 открытый через трамплин. Наш. Длинный правый закрытый, бак 5 на контроль. Левый 4. Ну посмотрим. Внимание, по ремонтам. Через трамплин, сужение и левый 6. Да как. 30, правый 5 через трамплин. И левый 2 закрытый, поворот в левый 6. И левый 2, 30. Ух ты! Левый 2 через трамплин, 100. Вот это да, бывает. Длинный правый 3, закрытый. Так, финиш где, чувак? Не забыл ничего? Прямо 100 на финиш на остановке. 3.08. Хорошо, под конец прямая была. Прожать можно было скорость. Ну вот техобслуживание. Смотрим колеса. Ну не так, чтобы прям охлаждение. Это вот радиатор у нас выебался. Ну. Тормоза. Система выхлопа. Нет, я лучше тормоза сделаю. Ну пусть будет немножечко. Пасмурно. Пасмурно. Средний гравий. О, тут уже можно мелкий гравий выставить. Легкий, вернее, мой любимый. И поехали. Техобслуживания больше не будет. Это сейчас два этапа идет. Вот, посмотрите, а уже без зонтиков стоят, вот, все без зонтов. Дождь прошел, зонтики убрали. Левый 4, держись внутри, трамплин. Вот так вот. И длинный левый 4, 50. Длинный правый 2, длинный левый 2. Какой он классный фрилендер, блин. И внимание, левый 5 через трамплин. Будут деньги, я куплю именно его. Именно фрилендер. Не могу на не смотреться на него. Лучше я просто для себя внедорожник. Не знаю. Прям мечта прям какая-то. И внимание, длинный левый закрыт. Не нужны мне новое поколение там. Не, то хуйня. Вот этого. Именно его M-Sport. Вот именно его, если хочу. Длинный левый 2 через трамплин закрытый и длинный правый 3 с прыжком. Длинный правый 2, покочка, прыжок и левый 4. 50, левый 2 и правый 2 через трамплин, держись внутри. За на рыбалку едет, за картошкой. На трамплин и впадина и левый 5. И длинный правый 2 на контроль. И левый 2, в правый 5 через трамплин, не срезать. И левый 4. На трамплин и длинный правый 3. И внимание, правый 4, сужение прямо 30.
Правый 5 через трамплин. Ух ты. И левый 5 открытый, закрытый левый 5. Правый 2 и левый 3, держись внутри. И длинный правый 2 и в открытую правую шпильку. Левый 4 в открытую левую шпильку, на контроль. Правый 3, левый 4, держаться внутри. На контроль. Так, последний отрезок. И длинный правый 3 через трамплин, держаться внутри и в левый 4, прямо 30. И левый 2, не срезать. Может быть, супер этап, кстати, тоже. Левый 2 через трамплин и правый 2 и левый 5. 30, правый 5, сужение. 30, правый 4 и длинный левый 5. Длинный правый 3, закрытый. Левый 3, 30, и в открытую левую шпильку. И длинный правый 2, на финиш, 30, до остановки. Так, хорошо. Штраф за ремонт небольшой накинули, конечно, но это ни о чем. 4, 3, 2, 1, 2. Так, сейчас я попробую дотянуться. Окно открыть. Опа. Да, то у нас сегодня потеплело, как назло. И поэтому надо окошко открыть. И левый 2, 30, поворот на левый 2, гравий. Я люблю, когда холодает. Я прямо 50, не люблю тепло. Внимание, левый 3 через трамплин, держаться внутри, снаружи камни. И правый 3, правый 2. Камни, едем. И левый 3, прямо 30. И левый 4, 30. Не срезать, блин. Трамплин и длинный левый 4. Правый 3 через трамплин. Очень длинный левый закрытый 2 к 3. И правый 4 открытый, на контроль. 30, левый 5. Хорошо. Правый 2 через трамплин и левый 4. Хорошо же участок бахнул первым. Правый 2 и длинный левый 3. Левый 3. И внимание, правый 2 по кочкам, без прыжка и в левый 4. Левый 2 без прыжка и в правый 6. И левый 2 через трамплин. Правый 3 через трамплин и левый 5. И левый 2, и в правый 3. 50 на контроль, по асфальту. И левый 3. Что там, шпилька? Нет, нет. И правый 2, 30. Правый 2 закрытый, и внимание, поворот на левый 3, гравий, не срезать. Правый 2 и длинный левый закрытый 2 к 3. В левый 3 и длинный правый закрытый 3 к 4. Тише, тише, что происходит? Внимание, правый 4 и в правый 6. И левый 3 через трамплин в правый 6. И длинный левый закрытый 5 6 через трамплин. Прямо 30 на контроль и левый 4. 50, длинный правый закрытый 2 к 4, поворот до дома. 50, правый 2. И прямо прыжок 30, правый 5. И длинный левый закрытый 2 к 5. 30, что ж это третья передача, блядь, самая беспонтовая. Включает и включает мне полуавтомат. 100 на финиш, левый 4, через трамплин до остановки. Хорошо. А, все, супер этапа не будет, сразу Швеция. Это снег. Погнали. Снег, день.
Пасмурный день, утрамбованный снег, утрамбованный снег. Хороший на гравии и льду. Лучший выбор для снежно-ледяного покрытия, наверное, это возьму. Да. Еще жестче подвеску делаем. И стабилизатор более жесткий делаем. Сильно он мягкий. Вот так хорошо будет. 5, 4, 3, 2, 1. Правый 2, лево вправо 4, влево 50. Хорошо. Лево 4, правый 2, в левый закрытый бак 5. Лево 170. Это не лед, это утрамбованный снег, где я сейчас еду. Машина держится хорошо, блядь, влёк. Левый 5. Ну, такую погоду я хочу, как здесь. Не длинный правый 2, длинный левый 2. Это просто супер. 30, длинный левый 4 на контроль, 50. Длинный правый 2 закрытый. Длинный левый 2 открытый, через траплит 70. Левый 2 через траплит 50. Длинный левый 3 через траплит и правый 2 50. Левый 4. И правый 2, и длинный левый 2. Внимание, вправо-влево 5. Левый 2, 70, внимание, длинный правый закрытый 2, 6, не заметил, что это такой бугорок. 50, длинный левый 2. А, ну-ка. Стоп. Давай, заходи. Заходи, заходи, заходи. Пришел мой кот, запустил его в окно. Правый 2 через трамплин, 50. Боковым зрением увидел, на первом этаже. Смотрю, спрыгнул откуда-то. И внимание, левый 3, и такая 4. Тень, хоп, до окна. Длинный левый закрытый плит 4. Длинный правый 2, 70. Ну тут плюс, что 50, внимание, машина особо не бьется, так как тут очень много мягкого снега. Даже если ты вот так врезаешься в боковушку, как бы повреждений не получает тачка. Левый 3, 70. Она просто вязнет в снегу, да, но не отбиваются куски бампера, там ничего не выходит из строя. Правый 2 и очень длинный левый 2, крайний. Длинный правый закрытый 2, крем. Что такое? Ты где там повяз-то, ёп? И левый 2, прямо что за хуйня? Чё там за... Правый забущие 2, пески-то? Левый 3, сужение. Прямо 30, правый 2, сужение и левый. Какой, блядь, снег на и таких-то колёсах? Внедорожники, это... Ни о чём должно быть. Левый 2 и правый 3, на финиш 50 до остановки. Так, хорошо, первый есть. Блядь, тоже 3 минуты. Так, Швеция, день пасмурно. 5, 4, 3. Ага, он уселся, у меня дверь закрыта. Сейчас я наушники отложу в сторону, выпущу его. Так, сходил, сейчас я его выпустил. Есть хочет. Поехали. Право 4. Ну не стал ничего прерывать. Так, что? Три шага сделал. Длинный правый 2, 70. Выпустил. Вон лед по правой стороне, как все за это замерз. 30, левый 2, 70. Красота. Правый 2 через трамплин после камней и левый 2 сужение. Ну а мы жмем. Длинный правый 2, прямо 100. И внимание,
Ну, неплохо. Все-таки сошли на лед. Хочу выжать на льду машину. Посмотреть, что будет. Внимание, держаться слева на сужении и в левый 2, прямо что. Внимание, левый и поворот на правый 6. Ой-ой-ой-ой. И левый 6 открытый. Какая красота. И правый 2, в левый 2 через трамплин 50. Правый 2, 70. Открытый правый. Я бы, конечно, в жизни бы не стал выжимать. 50, открытый левый шпиль. На льду вот так машину. 50, длинный левый 4, открытый 100. Потому что подобосраться можно, мягко говоря. На контроль и длинный правый 2 и трамплин 50. Правый 3 и левый 3 открытый. И правый 2 30. Трамплин и левый 2 в правый 3 через перекресток. 30, левый 4, прямо 50. Левый 3 закрытый через трамплин и правый 4. И правый 4. Левый 2. И трамплин 30, левый 4. 30, правый 2 и прыжок, и на контроль 100. Правый 3, 50, трамплин и длинный правый закрытый, 3 к 4. Внимание, правый 2 и длинный левый закрытый к 4. Правый 5 открытый. И левый 2, 30. Право-лево 2. Так. Правый 3 и внимание. Левый 3 с прыжком, держись внутри. Правый 4 через трамплин и поворот на правый 5. И длинный левый 5 на финиш 50 до остановки. Это, блядь, третья передача пришла уже. 2.36. Время хорошо. Техобслуживание смотрим. А, чё ж я, придурок, закрыл его окно. Ну, охлаждение. Чё тут? Колеса, кузов. Двигатель идеально. Утро ясно. Утро снег. Утрамбованный снег. Лед и снег. Снежно-ледяное покрытие. Ну, хорошие шины. Поехали. 4, 3. Маршалы, вот как они называются, чуваки. Маршалы. 70, длинный трамплин, которые на трассах вот так стоят. На точках и все такое. И правый 2, на машинах выезжают маршалы. Длинный левый 3 закрытый через трамплин. И правый 4. Левый 2 в поворот на правый 3. 30, левый 5. И длинный левый 4, открытый по кочкам, 70. Очень длинный левый 3, открытый по кочкам. Тридцать, внимание, длинный правый 3 через трамплин и на контроль. Левый 3 по кочкам. 50, левый 3. Очень длинный правый 2. Правый 2. И левый 2, в левый 2. Через трамплин прямо 70. Длинный левый 5 открытый. Гравий 100. Поворот на левый 6 после синего знака. Добро. 50, трамплин, держись справа. Поворот на 5, третья передача. Заебало. 50 на контроль. И правый длинный открытый, 4 к 3. На узкий мост, 50. Левый закрытый, 2 к 3, 70. Трамплин 2, 70. Внимание, трамплин и вправо 4 открытый, через трамплин 100, по кочкам. Внимание, левый 5. И правый 3, 50. Внимание, правый 4 и левый 5. И на трамплин 2. 100 на контроль, осторожно. Длинный левый 5, сильный крен. А, да, я помню такой. И правый 2, 50.
Короче, машину прям стаскивает вниз. Держись справа, через трамплин и влево 3. Ой, хоть бы это горки были, а? Хоть бы горки. Блять, нет. И правый 3. И левый 2, 30. Правый, левый 2. 30, длинный правый 4. Длинный правый 2 на мост и длинный левый 4 закрытый. А, это последний 30, отрезок. Длинный левый 4 на финиш 50. Ой, вообще хорошо. Есть. И последний этап. Вроде как. Я так предполагаю, что еще и супер этап будет. 5, хотя, 4, наверное, 3, даже нет. 2, 1, 50 на 50. 100, левый 2 на мост. Что будет супер этап? Один был. И правый 3, левый 2, 30. Все-таки я думаю, что это последний заезд. И чемпионат закончился. 30, прыжок, 30, держись слева и через трамплин. Вот он, лёдик. 30, длинный левый закрытый к 3, на контроль, 50. Левый 2, 30, длинный правый 4. Левый 2, 50, поворот на правый 6. И левый закрытый 2 к 4. Ой-ой-ой, просел. И правый закрытый колесо просело. Длинный правый 2, 50. Очень много льда. Длинный левый закрытый 2 к 4, 50. Правый 2, 50. Длинный левый 3, закрытый 100. На контроль и длинный правый открытый 4 к 3. 50, левый открытый 2, 100. Бочки и прыжок 100. И прыжок. Левый за прыжок есть. И правый 2, 100. Поворот уродский. Левый 2 и поворот на правый 4, 70. Длинный правый 2. Левый 3, 50, правый 2, на финиш 50 до остановки. На финиш, так, вот вижу, да. Итого 2, 37. Довольно быстро также. Техобслуживание, да, ну вы что? А, все-таки, блин, супер этап. Да, вот супер этап. День пасмурный, лед 99. Я беру лед. Вот, просто лед. Делаем под настроечку. Супер этап. Все-таки был. Я давал 50 на 50. 5, что он будет. 4, причем 3, против меня Nissan пикап едет. 1, блин. 50, правый 3. Не знаю, насколько он хорош. У меня и левый 3, нет. И правый 6. Левый 2, 30. Ой, как хорошо держится. А. Длинный правый 2. Жесткий стабилизатор, подвеска. Левый, плюс... длинный, правый, закрытый, 3 к 5 сужения. Шины, лед. И внимание по кочкам через мост и длинный прыжок левый 6. И длинный правый 6 закрытый. И левый 2, правый 6 закрытый. Проблем вообще никаких не было. Все идеально подобрано. И левый 2,
открытый 70. Очень длинный правый 2 и влево вправо 6. Левый 2, в длинный правый 5. В правый 3. И левый 3, сужение 50. Длинный левый закрытый 3 к 4, сужение и правый 3. В правый 2 и влево и вправо 6. Правый 6, поворачиваем. Потерял много времени, конечно, немного, но живем. Длинный левый 3. И правый 5 открытый, длинный. И правый 2, и левый 3. Уже должен быть финиш. Прямо 100 на финиш и да, на 100. Вон он. Да, я его конкретно раздел. 44, но вообще 59 время ужасное. Все, чемпионат завершился. Слава богу. Золотой кубок. 4 на 4. Платиновые серии. Рено Спорт Клио V6 дали. И, по-моему, все. Эти у меня были открыты. Да. А, смотрите, у меня двигатели и тормоза тесты были, и все, больше нету. На систему выхлопа есть, да. Или на подвеску это, не пойму. Но у меня нет доступных тестов. Блин, всего лишь Clio V6. Да, по нулям все закрыто. Следующий надо будет вот этот закрывать. А тут, блядь, снова 17 этапов. Peugeot 205. Ну это пиздец, конечно. Серии пошли. Так, давайте проверим. Я хочу найти... А, вот он. Я ее не смотрел, я-то ее открыл. Блин, а что, неплохо, ребят. Передний привод, тонна 300. Трехлитровый мотор, 250 лошадей. Это очень, очень быстро альфа. Ну как, не прям очень, но весьма неплохо. 255 лошадей, трехлитровый мотор. Тонна 400, задний привод. Рено. Я посмотрю на него, есть ли тесты и на альфу. Я их обязательно пройду, потому что на вот этот у меня пройдено. Но он, честно говоря, против этих Клио и альфа, этот гольф, он убогий. Просто смотрится убого. И по показателям он отвратительный. Вот, на него и то тормоза и двигатель были тесты. Хорошо, на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.